Добрый день, мои дорогие подписчики и гости канала. С вами Таша Муляр, и вы на моем канале «Жизнь без дублей». Сегодня 28 апреля. Накрапывает дождь, на улице плюс 5. У нас Владимирская область, напоминаю тем, кто недавно к нам присоединился. И практически ровно одного дня еще не хватает год назад, как мы с мужем переехали из Москвы на наш дачный участок, и теперь тут постоянно живем. Живем, и что мы делаем? Облагораживаем его. Мы такие начинающие садоводы-мичуринцы, покупаем растения, и те, кто постоянно смотрит наш канал, знают уже, что мы купили, что мы посадили и так далее. Все растения мы в основном приобретаем в питомнике, и в садовом центре, который у нас есть рядом, недалеко от нас, в Александрове и в Струнино. В общем, несколько питомников рядом с нами находится. Вот не далее, как вчера, мы как раз ездили в садовый магазин к нам в Александров, купили там очередные саженцы. Это вот нам досталась вишня Любская, причем которая перезимовала в этом горшке, в этом садовом магазине, но при этом уже начала распускаться. Она нам была жизненно необходима, потому что у нас есть Владимирская, и чтобы ее опылять, мы купили Любскую. Также мы купили яблоню пипиншафранную, потому что у нас есть Антоновка золотая, к ней нужен был опылитель. В общем, как вы видите, занимаемся этим вопросом с интересом и увлеченностью. И также вы видите, какое количество грунта мы приобрели вчера, потому что мне пришла посылка. Посылка пришла из интернет-магазина. Я ни разу не заказывала растения в интернет-магазине, но просто даже потому, что мне раньше это было не нужно. И вот в феврале этого года, когда на улице еще был мороз, было очень холодно, лежало много-много снега, а уже, знаете, такой садоводческий зуд во мне проснулся. Я смотрела, пересматривала разные сайты, и вот на сайте Garden Wood решила заказать растения. Мне понравился этот сайт чем? Во-первых, подходом. То есть очень грамотные профессиональные сотрудники. Я созванивалась, разговаривала, консультируют. Потом выбирают растения от известных и проверенных селекционеров. Вот. Но мне было очень интересно, в каком виде вообще все это придет. И, ну, честно, боязно заказывать растения по интернету. Но так как они уже пришли, и мы сейчас с вами дальше будем скрывать эту посылку и смотреть, в каком виде они пришли, то мы с мужем вчера купили для них грунт. Вот садовые розы грунт для хвойных растений. Ну и, соответственно, дальше универсальный грунт и овощной, и плодородный, и чернозем. В общем, потому что участок у нас еще, как я сказала, начинающий, такой необлагороженный. Ну, частично уже, конечно, мы что-то сделали, но грунт мы сюда не завозили. И не завозили даже, я объясню, почему. Мы пытались его завести, искали тут грунт вокруг нас, созванивались с разными и частными лицами, и компаниями, объявления какие-то по грунту. Но, честно, вот никакой из этих вариантов не вызвал у нас как-то в душе доверия. Потому что что там привезут с этим грунтом, где его накопают? Ну, в общем, решили, что будем локально, ну, улучшать землю под конкретными растениями. Вот у нас растет сосна, сейчас муж показывает, которая посажена нами 3 года назад. Вот она, у нее хороший прирост, то есть она, когда мы ее сажали, была в 3 раза меньше. Вот она за 3 года в 3 раза выросла. Ну, я считаю, что для сосны это вообще прекрасный вариант. Я начала ее формировать, ну, сегодня не об этом, а то я такая увлеченная, знаете, мне, я готова тут про каждый росток рассказывать. Пойдемте в теплицу. Я очень виновата перед растениями, потому что 4 дня они у нас лежат в коробках. Реально не было никакой возможности. Вы знаете, что у нас идет ремонт в доме. И вот сегодня привезли кухонный гарнитур, который завтра будут устанавливать. В общем, вообще не было шансов ими, бедняжками, заниматься. Поэтому они там лежат в коробках. А сейчас накрапывает такой дождь и холодно. Я думаю, что сейчас мы с мужем заберем их из теплицы. И дома все с вами раскроем и посмотрим. Вот, в теплице у нас живут эти 2 коробки. То есть пришли они упакованные вот в таких длинных коробках. Вот я их приоткрыла, посмотрела, в каком там все состоянии. И сейчас с вами будем подробнее все изучать.
и расскажу, что же я накупила. 12 килограмм растений у нас там. Так что будет чем заняться. Будет чем заняться, что посадить и что нам с вами сейчас посмотреть. Но вот по первому приближению все мне понравилось, как аккуратно упаковано, с любовью. Опять же, по вот первому приближению все в хорошем состоянии пришло. Сейчас уже поподробней раскроем и изучим, так ли это. В компании спящего компотика, он прямо как по заказу фанатов своих, прилег спать тут, представляете? Я все подготавливала, чтобы распаковывать, пока мы все клали. Он так мило спит, прямо для нас. Так что спящий кот на фоне растущего блестящего фикуса, который, как вы помните, я смазала оливковым маслом, и все нормально. Кстати, мне в комментариях кто-то написал, что нельзя фикус смазывать маслом, но была женщина, которая написала, что все детство ей мама поручала смазывать маслом растительным фикус. И этот фикус у них в доме рос чуть ли не до потолка, и она это очень хорошо все запомнила, потому что смазывать его было долго и нудно. Но она его смазывала годами, фикус рос, так что фикус, мои дорогие, можно смазывать маслом. Я масло оливковое наносила вот так на руки, а потом вот так вот проглаживала руками фикус. Видите, не очень на нем много масла, но за счет этого он выглядит очень таким блестящим и нажористым. Нажористый фикус. Ну, давайте уже смотреть, что нам там прислали. Значит, смотрите. Все ссылки на растения оставлю в описании к видео. Поскольку я не великий садовод, то, конечно, про сорта я вам тут рассказывать прямо, ну, реально не могу. Буду говорить то, что знаю, то, что прочитала. И почему я выбрала этот сорт, да? Мы сейчас с вами посмотрим, в каком состоянии пришли растения. Мне кажется, что это важнее, потому что для меня это реально было очень тревожно. И я не представляла, как они вообще переживут транспортировку. Но растения приехали. Приехали они ко мне достаточно быстро. Значит, смотрите, предзаказ, я сказала, я делала в феврале месяце, да, и сразу там в описании, в примечании написала, чтобы мне была доставка во второй половине апреля, даже ближе к концу. В общем, они прям так и приехали, как я просила. Почему я так просила? Потому что, опять же, я переживала, где я буду их хранить. Вот приедут они ко мне в конце марта, а сажать-то мне их когда? Где хранить? Поэтому имейте в виду, сейчас на том сайте, на Gardenwood, заказы на данный период, который у нас сейчас, уже закончены. И принимаются предзаказы на осень. И по предзаказам на осень скидка 15%. Поэтому, опять же, делая предзаказ на осень со скидкой, вы сейчас можете попросить там в примечании написать, когда вам выслать. То есть, когда вы хотите их получить, чтобы вы их могли посадить. Так что это тоже очень важно. Я заказала много роз. Вот. Розы рассматривала, ну, как великий садовод, по принципу, как они выглядят на картинке. Что могу сказать? Роза приехала живая. Вот она, видите, вся зелененькая. Ствол у нее зелененький. Вот, без признаков каких-то там обморожений, повреждений. То есть нормально все доехало. Значит, в идеале растение должно доехать вот с такими почками. У меня почки здесь уже побольше, видите, даже побеги, то есть допускаются побеги до 2 сантиметров. У меня они чуть-чуть больше, но это связано не с компанией, которая мне высылала, а с тем, что они 4 дня у меня лежат в теплице, и я не могу их распаковать. Я думаю, что пришли они в нормальном виде. Давайте теперь вскроем пакет с корнями и посмотрим, как выглядят корни. Но вообще сам по себе, посмотрите, стволик тут очень хороший, такой толстенький, вот, да, и хорошие 4 веточки идут, ну, такой, я бы сказала, что этот куст крепкий, но это, опять же, мое мнение, не особого специалиста по розам. Я в прошлом году сажала розы, все они у меня перезимовали, что не может не радовать. Вот, эта роза, я сорт-то вам не сказала, Scarlet Мелон Декор. Скарлинг Мелон Декор — это французской селекции роза, плетистая, вот, которая может как и вертикально, так и как почвопокровная расти.
Ну, это опять же, что я прочитала. Так, теперь смотрите, вот тут корни, вот мы раскрыли. Тут какой-то субстрат такой, опилки, как опилки с торфом. И есть прямо беленькие такие, видите, корешочки живые. Вот. Ну, я считаю, что это очень хорошо для этой розы, да. Ну, то есть корневая система. Дальше сейчас не буду распаковывать, потому что я ее завтра сажать не буду. Перед посадкой ее нужно на 5 часов, а некоторые советуют и на ночь, замочить в воде. То есть в ведро набрать воды, поставить туда вот эту розу. И также тоже вы мне в комментариях давали рекомендации, что если розы приходят такие чуть подсохшие, не как здесь, здесь они, видите, такие ярко-зелененькие, да, ствол. А бывают, что приходят немножко подсохшие. Но это не из этого магазина, а вообще вот так вот рассказывают. Это в комментариях вы мне писали, когда я сказала, что я эти розы заказала. В этом случае даже их погружают на сутки целиком в воду, полностью. Вот. А так нужно расправить корневую систему, погрузить на 5 часов, от 5 часов до суток в воду, в ведро с водой, чтобы корни напитались, и потом делать посадку. Яму нужно подготавливать, но, опять же, так как я не розовод и не специалист, я не буду вам рассказывать, как подготавливать яму. Я думаю, что информация об этом полно в интернете. Единственное, могу сказать из своего опыта, я покупаю грунт для роз и делаю яму порядка 40-50 сантиметров. Так как у нас весной достаточно приличное замокание происходит, то я всегда прокладываю дренаж, то есть керамзит, либо гальку, потом песок, потом вот этот грунт, перемешиваю его еще с биогумус я покупаю, вот, и потом сажаю розы. Вот они у меня отлично перезимовали, и в прошлом году они у меня очень хорошо цвели, все розы, которые я сажала. Роз я заказала много. Поэтому буду вам сейчас... В основном заказала плетистые сорта и один шраб. Так, это вот роза Бенвеню. Тоже я считаю, что она в хорошем состоянии приехала. Вся она зелененькая. Почечки у нее идут. Вот, я думаю, что все шансы у нее есть к выращиванию. Это тоже Франция. Это тоже плетистая роза. Я планирую ставить у нас в саду в двух местах арки и такие специальные перголы для этих плетистых роз. Ну и, конечно, мечтаю о том, что они вырастут у нас по 2-2,5 метра, как заявлено их производителем, и будут прекрасно благоухать. И та, и другая роза, опять же, по описанию, цветут с июня по сентябрь. Беспрерывно. Не знаю, в общем, оставайтесь со мной на канале, будем смотреть, как это будет происходить. Так, следующая роза у меня тут. Ага, это роза Чача. Чача тоже, я считаю, хорошо до нас доехала. Вот, роза Чача, это низкорослая. И вырастает она сантиметров 40, написано, и можно сажать их несколько штук рядом. Это у меня есть такой уже цветник один организовался, там я и планирую ее сажать. Так, и вот роза Фальстаф, у нее очень красивые такие темно-лиловые цветы. Тоже, посмотрите, все розы приехали в прекрасном состоянии. Вот здесь вот есть какое-то у нее небольшое повреждение, но я думаю, учитывая, что здесь 4 ветки, это можно обрезать, да? Вот, а все остальное... прекрасном состоянии. Вот, кстати, посмотрите, тоже я уже изучала этот вопрос, здесь видите коричневые стебли, а тут зеленые. Поскольку у меня уже есть некоторый опыт, у меня сейчас розы, которые вышли с зимы, тоже есть зеленые, а есть одна роза коричневая, но при этом, видите, она с почками, с ней все в порядке. То есть это она не промерзшая, это у нее сортовая особенность вот такого цвета, потому что они с одной стороны такие, а с другой стороны вот более зеленые. Ну, вот насколько я знаю, это сортовая особенность. У нее возможны побеги такого цвета. Так, дальше. Еще одна у меня роза. Вот это Scarlet Melon Decor. У меня 2 штуки. Да, по цене давайте вас сориентирую. Они стоили все в районе 300-350 рублей. Я считаю, что для такого вот куста, да, а он приличный на таком крепком стволике тут, вот, здесь даже 5 веток,
И видно, что он рос и был плетистым уже, да, поэтому я думаю, что из таких 5 крупных веток, крепких, у нас должны пойти хорошие побеги, вот, поэтому я считаю, что 300 рублей для такого растения это вполне хорошая цена. Даже вот я нашла у себя здесь в спецификации, 273 рубля стоил вот этот Scarlet Melon Decor. По-моему, это очень хорошая цена для такого куста. Так, что у нас тут еще? Так, вот еще бенвеню у меня. Бенвеню, тоже еще один куст. Нет, ну я всеми розами довольна. Я считаю, что они все в очень хорошем состоянии. И самое интересное, что вот я даже трогаю, вот здесь вот влажные у меня сами эти штучки. Я думаю, что при таком состоянии растения, вот здесь вот видите, меньше почечки, но они везде есть. Ну, то есть живые они все эти розы, зелененькие, живые, в прекрасном состоянии пришли, корни хорошие, будем сажать. Вот столько роз нам предстоит посадить. Муж, который меня сейчас снимает, радуется вместе со мной, сколько нам предстоит сажать. Зато какой розовый сад у нас будет к сентябрю месяцу. Оставайтесь на канале, будем ждать бурного цветения. Так, ну давайте сейчас мы уберем эти розы и продолжим. Ну, я тут уже прибрала розы и распаковала ежевику. Оператор, идите к нам. Значит, смотрите, у ежевики, у здорового растения не должно быть механических повреждений на стволике. И в основании ствола должно быть где-то 0,8, ну, 1 сантиметр. Вот так вот. Он такой, видите, хорошенький, прямо толстенький такой и есть. Корни, опять же, вот здесь я сейчас не буду сильно распаковывать, но посмотрите, вот здесь есть прям живые корешки. Субстрат такой немного влажный, сказала она, трогая его перчатками. Ну, я же его распаковывала. Вот. И в основании должно быть не менее 3 живых почек, из которых пойдут плодовые приросты, на которых и будут закладываться ягоды. Вот. Здесь 2 точно есть, да, и даже вот здесь, смотрите, еще пробиваются. Так что саженец в хорошем состоянии. Посадим и будем получать, это у нас будет ежевика Наваха сорт. Фотографии я вам здесь все прилагаю, и ссылки, как я уже сказала, будут в описании к видео. И также еще я купила ежевику сорт Лох Тей. Ежевику я выбирала, чтобы у нее были, ну, конечно же, крупные ягоды, сладкие. Вообще, мы с мужем фанаты ежевики оба. Вот, как-то так получилось, что и в его, и в моем детстве было много ежевики. Вот, и мы ездили отдыхать... Забыла куда. В Южную Озеревку. Вот, Южную Озеревку под Новороссийск. У меня, кстати, про это есть выпуск на канале. Вот будет на него ссылка, кто не видел. И в этой Южной Озеревке мы там прогуливались, а там такие можжевельниково-туйные леса. Вот, и в низинах такие заросли дикой ежевики. Это нечто невероятное. Если найду, приведу вам тут фотографию. Вот так прямо горстями мы ее собирали и ели. Сейчас я стою, прямо вспоминаю, у меня аж, знаете, такое настроение солнца внутри. И уже хочется быстрее посадить эту ежевику и вырастить что-то подобное. Надеюсь, у нас получится. Ну вот, видите, какие хорошие пришли саженцы. И обратите внимание, каждое растение упаковано в индивидуальную упаковку. Очень аккуратно, да, в зависимости от того, какое оно. Там роза и ежевика, вот упакованы корни, вот так вот все аккуратненько сделано. У горшочков, посмотрите, сделано, чтобы ничего тоже не просыпалось. В смысле, не чтобы не заснула, а чтобы не просыпалась. Не просыпалась. Вот. Значит, следующим номером нашей программы туя западная глобоза. Взяла 2. Это туи, которые вырастают 1,5 метра в высоту и 1,5 метра в ширину. Их в основном формируют шарами. И взяла я их, чтобы посадить
в том месте, где я планирую оформлять арку. Это будет как бы арка, вход в сад. По этой арке будут виться данные плетистые розы. И с двух сторон расти эти шары туй. Такая сказочница. Сказочница-волшебница. В общем, давайте сейчас откроем одну тую. Даже я вытащу ее из горшка. Посмотрим, как у нее доехали корни. Но по ее внешнему виду я уже ей очень довольна. Потому что, посмотрите, у нее яркая зелень. Вот этот светло-зеленый, это у нее новые приросты. То есть она, в общем, ну я считаю, что в очень хорошем состоянии. Даже, может быть, лучше той, которая у нас перезимовала на участке. Вот. Такие они небольшие. Стоили они по 1000 рублей, 1100 рублей одна стоила. Ну, всякие вот эти вот такие растения, они не дешевые всегда. Ну, в принципе, я считаю, что 1000 рублей для нее это хорошая цена. Давайте мы ее теперь оттуда достанем и посмотрим. Смотрите, корешки у нее в хорошем тоже состоянии. Вот здесь и новенькие вот совсем растут, да, и вот эти беленькие такие. Ну и, соответственно, субстрат тоже такой плотный, влажный. Ну, вообще она хорошка доехала до нас. Вот, две такие... Туи сестрички. Тын-тын-тын. Будут скоро у нас расти. Так, дальше. Что у нас тут на повестке дня? Какой-то у меня сегодня выпуск «Распаковка хвостовство» называется. Ну, я закупила еще семена газона. Газон называется «Сказки венского леса». Вот здесь собрано несколько трав. Одна такая упаковка стоила, по-моему, 200 рублей. Да, 260 рублей 100 грамм стоило. Вот. Ну, это приличная цена, но газоны хорошие, качественные, они дешевле и не стоят. Здесь именно меня привлекло то, что тут разнотравье. Так как у меня, в принципе, газон посажен, я буду его подсыпать, поэтому как раз вот то, что здесь добавится у нас разнотравье, это будет очень хорошо, потому что у нас сейчас газон в основном состоит из клевера. И я планирую еще подсыпать в некоторых местах маргаритки для того, чтобы сделать такие цветовые пятна. При этом мне задают вопрос, как я буду косить с маргаритками. Но у меня опять же есть такой опыт, пусть на нашем небольшом участке и недолго существующем. Но у нас росли маргаритки до того, как нам не перекопали все при установке септиков и скважины. У меня были маргаритки. И если газонокосилку поднимать на максимальную высоту, которая у нее есть, то они, как правило, сохраняются. Вот. Ну, конечно, если вы хотите прям совсем такой лысый газон, совсем его стричь, то тогда никакие маргаритки не выживут. Да, еще здесь у меня была такая ошибочная акция. Но это я ошиблась, это не магазин. Магазин как раз супер все упаковал. Сейчас у нас здесь грязновато, я извиняюсь. Сейчас я немножко отсыплю. И хочу попросить тоже оператора взять поближе. Я очень люблю лютики. Вот. И думала, что это будут корневища. Честно, зашла потом на сайт уже, когда получил. Думаю, что это мне какие-то пробирки прислали. Вот видите, лютик Блумингдейл, блюколор, 3 штуки. И видите, в скобках 7. Это я же все, понимаете, мне надо все быстро, много, и мне вообще всегда некогда. Это я не прочла. Вот. Поэтому я купила лютик в семенах, девочки. Причем я купила много семян лютиков. Видите? Могу их сажать и сажать. Сколько времени я буду выращивать лютики из семян, я не знаю. Но с точки зрения рассказа об этом волшебном магазине, могу сказать, все упаковано очень культурно. Лютики, 3 семечки в пробирочке с этикеточкой. В общем, для таких, как я. Расти не хочу, называется. Выращивай, Ташенька. Ну, в общем, в следующих выпусках ждите эксперимент выращивания лютика из семян. Я думаю, что такое мало кто делал, но если у кого-то есть опыт, поделитесь, я с удовольствием посмотрю. Так, с этой коробкой мы закончили, переходим к следующим номерам нашей программы. Ну что,
Следующая коробочка. Здесь, во-первых, лежит спецификация, на которой, видите, при упаковке прямо точечками упаковщик отмечал все заказанные мной позиции. Ну и вообще, я хочу отметить еще раз, что, на мой взгляд, все упаковано шикарно. Вот, посмотрите, следующая коробка. Здесь у нас имеется 3 можжевельника. Опять же, каждый из них упакован в горшочках, горшочки в пакетике. Все, смотрите, какие они живенькие, такие прямо зайки-бодрячки пришли к нам. Вот. Значит, у меня здесь 2 можжевельника Blue Star. Да, вот они, хорошки. Ну, я думаю, что доверимся по внешнему виду, не будем корни их выковыривать, так как я их сажать буду не завтра еще, а через несколько дней оставим их там жить. Но видно, что они в очень хорошем состоянии, у них никаких нету там ни трещин, ни повреждений на их ветках. У них, видите, прямо идут вот приросты свеженькие вот тут. Значит, вот эти можжевельники Blue Star, они практически почвопокровные, растут они всего 3-5 сантиметров в год. И я их взяла, посажу там, где у нас растет сосна, чтобы они составили композицию с сосной. И они вырастают максимум до 1,5 метров по земле и максимум 1 метр высотой. Но это за много лет такое с ними происходит. И то их тоже можно формировать и обстригать. Поэтому я планирую, что они будут тянуться рядом с нашей сосной. И еще один я взяла можжевельник Blue Danau. Вот, он растет вот такими, видите, горизонтально-вертикальными ветками. То есть они вот так вот, вот в этой плоскости вот, развиваются. И тоже он вырастает где-то до 1 метра, растет медленно. Ну вот за 10 лет вырастает до 1 метра, 1,30 метра. Тоже в той же композиции он там и встанет. И мне нравится, что у них вот такого приятного мятного цвета, светлая хвоя, она такая и будет. У меня, хотя есть коллекция можжевельников, и даже у меня есть очень красивый можжевельник Хогартс, если я не ошибаюсь, да, по-моему, Хогартс, который растет у нас в композиции «Русский север», про который все знают, кто нас смотрит. Вот, и он такой свисает, похож на чудище, на лешего, чудище лесное. Вот, и в той композиции у меня много можжевельников, и туй таких вот, которые стелятся, очень хорошо они растут, вообще не бойтесь их сажать. И, конечно, они не дешевые все, ну, вот, вот эти туи были по 1000, вот эти можжевельники, по-моему, тоже примерно столько же стоили. Да, тоже они 890 рублей, 1000 рублей, но они реально растут, реально радуют. А самое главное, что это то, вот эти вечно зеленые растения, они составляют такую круглогодичную красоту нашего сада. Да? Вот у нас, например, мало растений, а вот этот наш русский север, он разросся, и он круглогодично нас радует тем, что вот он зеленый. Если бы мы его еще этой зимой снегом вот так по горло не засыпали, он бы нас и зимой радовал. Но мы учтем ошибки этих периодов в будущем. Так, дальше едем. Дальше у нас тут тоже интересно. Яблоня колоновидная. Яблоня колоновидная. Сорт это алые паруса. Вот, смотрим, в каком состоянии она пришла. Я думаю, что мы ее сейчас распакуем. Я покажу вам корни. Почки, вот они, живая почка. Начинают только они оживать. Но у нас еще и та яблоня, они, видите, желтого цвета, потому что они в коробке лежали, им света не хватало. Но яблоня живая. Хороший у нее толстенький такой привой. Видите, тут прям место прививки видно, и что оно зажило хорошо. И вот оно такое толстенькое. Бывает, купишь вот этот саженец. Вот, и у меня было так пару раз, я по дурости покупала. По незнанке. И вот это место, проверяйте его всегда, когда вы покупаете, оно должно быть вот такое крепкое, даже вот лучше с утолщением, то есть, что прививка хорошо прижилась. А у меня там оно было тонкое, и, в общем, сломали мне его очень быстро. А здесь вот хороший такой у нее, видите, у привоя хороший такой прям толстый ствол. Вот. А почему я взяла колоновидную яблоню?
потому что у нас участок маленький, 5 соток, и клоновидные яблони и сливы, они сейчас тоже у меня тут будут, можно сажать на расстоянии 50-70 сантиметров. То есть вот у нас есть такая линия там недалеко от теплицы, которая будет отделять зону огорода, и там вот я уже одну клоновидную яблоню посадила, она перезимовала, сейчас планирую туда посадить вторую, еще две сливы. И таким образом у меня будет как бы такая сформированная, как живая изгородь из этих яблонь и слив. И вообще, вы знаете, вот с одной стороны можно подумать, что я как сумасшедшая хожу по этим садовым центрам, вам постоянно выкладываю, что мы здесь купили растение, там купили растение, тут я не могла удержаться, и вот такое вот еще. На самом деле у меня в голове есть четкая схема моего сада, и я прекрасно понимаю, что и куда я буду сажать. И при внешней спонтанности приобретений, на самом деле, я четко знаю, какой дорогой иду. Вот. Обсуждаю это с мужем, и наши планы совпадают, что вообще замечательно. Зарезаем. Вскрыла я упаковку у яблони, у колоновидных яблонь, у них мочковатая корневая система. Вот она, видите, такие прямо у нее корнишки. И здесь уже тоже видны корешки свеженькие, приросты. Сажают их не глубоко, яму делают небольшую, тоже сантиметров 40-50. И самое главное, не зарыть корневую шейку. Вот. Ну, в общем, будет она соседкой. У нас сейчас яблоня арбатская растет. Вот будут такие две соседки рядом. Ну, в общем, я считаю, что вот этот саженец вообще в великолепном состоянии приехал. Так что не бойтесь. И стоила она, кстати, совсем недорого. Сейчас я вам скажу. 459 рублей. Вот в таком прекрасном состоянии приехал саженец. Так что не бойтесь, заказывайте. Ну, я, во всяком случае, прямо довольна. Следующая на повестке дня у нас калина с названием «Рябинушка». Почему я выбрала эту калину? Не просто так. Я изучила разные сорта калины. Мне у калины нравятся ягоды, нравится внешний вид, нравятся цветы, но не нравится вот этот вот такой определенный специфический калиновый запах и привкус. И эта калина, рябинушка, она лишена этого привкуса. У нее крупные ягоды, она очень зимостойка, подходит как раз для выращивания в северных регионах. Поскольку мы здесь близко у леса, у нас северный регион, и были морозы сегодня, в этом году до 35 градусов, то я думаю, что эта калина будет нас радовать. Смотрите, она уже проснулась вся, поэтому давайте мы не будем скрывать корни, да, все понятно, что с ними там нормально, потому что вообще растение выглядит здоровым уже с ростками, ну, желтенькие они, опять же, потому что лежали в коробке. Так что скоро мы посадим эту калину и будем ждать. Куст вырастает достаточно высоким, раскидистым, но поддается формовке. Так что мы будем его обстригать и держать в рамках. Думаю, посадим за забором, наверное. Ну, еще обсудим с мужем. Так, дальше у нас с вами, сливы. Вот, я заказала, опять же, две колоновидные сливы. Вот, одна и вторая. Сливы просыпаются позже, чем яблони, поэтому мы здесь с вами, во всяком случае, на данный момент не наблюдаем никаких проснувшихся почек. Но у нас и в саду нет еще ни одной проснувшейся почки у сливы. Поэтому будем ждать. Ну, я уже вас попрошу разрешения не вскрывать корневую систему. По предыдущим саженцам видно, что все хорошо у компании с этим упаковано. Опять же, смотрите, какие здесь крепкие подвои. Хорошее место прививки, зажившее, да? Вот. Почему, опять же, я взяла именно такой сорт? Потому что по внешнему виду это сине-красная, как классическая слива. Она сладкая. И самое для меня в ней положительное, что она самоплодная. То есть ей не нужны никакие опылители. Вот, взяла их две, потому что все-таки на клоновидных сливах урожай меньше, естественно, так как дерево меньше, чем на обычных, да, деревьях. Поэтому взяла два. И опять же, вот я сказала, что они у нас будут в линию расти на расстоянии 70 сантиметров друг от друга. Мы их посадим и будем ждать. Вот. Ну и здесь у меня осталась еще одна
ежевика лежала, такая же, как я вам показывала. Но тоже видно, что с ней все в порядке. В общем, хочу вам сказать, что я очень довольна полученным. Значит, в итоге я купила 12 килограмм растений на 15 тысяч рублей. Здесь вот это все, что я вам показала, это на 15 тысяч рублей. Да, еще тоже очень интересно, я еще заказывала семена. И семена эта компания продает вот... Мы сейчас с вами видели семена лютиков, да, вот здесь вот у меня семена еще астриновой бельгийской, это то, что мы с вами называем сентябринки. Кто сентябринки, кто октябринки, большие кусты, которые у меня уже растут, и у меня они фиолетовые и такой синий. А я взяла астриновую бельгийскую рубинового цвета, тоже она в семенах. В общем, короче, будет весело, будем с вами выращивать астры, такие большие, из семян, и будем выращивать мак. Мак у меня тут еще, я взяла два сорта мака, что-то даже не могу сейчас, а вот, тоже вот это вот прикол, покажи, пожалуйста, Валер. Астра новобельгийская, нет, это я вам астру показываю, я мак хотела сейчас, мак, вот, мак восточный, розенпокл. В общем, он не любит пересадки, его надо сразу в землю. 10 штучек тут. Главное потом их найти, когда они вылезут. Но это многолетний мак, который потом будет большим кустом расти, если я не ошибаюсь. Могу сказать по итогам нашей с вами распаковки и получения моей посылки. Я всем довольна, вот во всяком случае на этом этапе. Корни мы проверили, состояние растений проверили. И мне теперь, например, не так страшно заказывать. И я даже подумываю о том, что, наверное, надо мне составить предзаказ на осень. Заказать заранее луковичные, потому что сейчас весной я понимаю, что я мало посадила луковичных. Они начинают сейчас всходить, мои тюльпаны и гиацинты. И я понимаю, что я не посадила первоцветы, у меня почти нету крокусов, хочется подснежники. И, конечно, со скидкой заранее такой заказ составить очень выгодно и теперь не страшно. Вот. Ну и посмотрю, может быть, еще какие-то кустарники закажу, которые хорошо сажать в осень. Поэтому заходите на сайт Garden Wood, ссылочка будет в описании к видео. Также оставлю ссылочки на все растения, которые я приобрела, для того, чтобы вы могли тоже изучить, посмотреть, и, может быть, заказать их же можно и в осень сажать. Да? Особенно можжевельники, запросто можно и туи сажать в осень. Вот. Так что желаю вам всем удачного посадочного сезона, урожайного года. Ну и до новых встреч на канале. Ваш Таша Муляр. Пока-пока.